И снова всем здравствуйте. Мой первый выход за ягодкой. Друган вызвонил, говорит, поехали. Посмотрим, что там есть. А вот что тут есть. Тут нету нифига. Земляника. Ароматная. Ням-ням-ням-ням. Вот она. Вообще-то мы за Викторией приехали. А ее тоже нету. Вернее, она есть, она еще зеленая. А это уже тут что попалось, то и рвем. Вот какая вкусненькая. Это земляничка. Это земляничка, это гнилая. Тут ягодку кто-то скинул. Одну вижу, вторую замечаю. Кабарики шагают. Третья мерещится. Вот так. Вон сколько насобирал. Затягивает все. Все, нет тут нифига больше. Попозже надо приехать. Есть, но мало. Вот она, земляника. Тоже пропадает все. Пониже спустимся. Вот куда мы забрались. Все. Вот в этот лесок я пойду зайду. Пойдем, нет в него? Какой? А вот справа. А там темно, там не будет. Давай пройдем, посмотрим, раз здесь рядом. О, надыбал. Сейчас покажу. Вот Виктория. Но она еще зеленая. Вот она. Такая вот. Вот хороший кустик. Вот она. Так, 4 штуки забираю. Вот эти бабушки отнесу. Это все бабушки. Она вчера мне тут локти выворачивала. Только не убеги у меня в косогор. Я говорю, какой косогор, ты че? Там испарение, говорю, большое, я там умру. А я уже в косогоре, она и знать не будет. Да мне даже и знать будет. Пусть попробует дозвониться сначала сюда. А потом, вон видно, беленькие, торчат зелененькие всходы. Фух, все, башка кружится. Ну-ка, зайдем сюда. Вниз головой висеть. Голова кружится. Все. Вот так. Ну, здесь она еще цветет. Вот она. Цветет еще. Кыш. Ну, здесь она будет. Но позже. Вон завязи уже хорошие прям. Вот они. Вот завязи. Вот завязи. Ягода будет, ну, через недели две. Может быть, если успеешь. Короче, здесь кто не успел, тот опоздал. Ну все, здесь можно не ловить, здесь тень. Тени много. О! Иван-чай. Я там видел, цвел уже. Надо было подойти.
Вот, Иван, чай. Вот такой кустик. Вот лист у него. Широкий. Не широкий, он узкий, но длинный. И прожилка беленькая. Есть еще одно растение. Похожее. Его нельзя рвать, оно ядовитое. Я все забываю, как его звать. О! Здесь вон шалашик, что ли, стоял. Тут меточки вон висят. Вот одна. Там где-то еще. Вон еще одна на березке. Вот. Там внутри. Ладно. Пойду вот по этой тропинке вниз. Самый низ. Вот, Иван, чай, пожалуйста. Но я его сейчас драть не буду, на нем еще роса. Я б надрал. Ну, может быть, попозже надеру. Не знаю. У меня, в принципе, чай есть, мне не надо его. Он хороший у меня, настоялся такой, выдержанный. Малины будет много. Малины прям навалом. Вот какие кисточки будут хорошие. Все. Если так идти, так по прямой сейчас влево, роса блестит. Роса, роса кругом. Мокрый будешь с ног до головы. О, там еще один пришел. Конкурент. Вот она меточка. Это чтоб не заблудиться. Вовочка приехал за ягодкой. Ну вот он. Такой лист большой, крупный. Цвет тоже крупный. А ягоды нету. Потом будет. И тоже крупная. Ну, как-то так. Ну все, весь косогор, со всего косогора вон сколько ягоды. Там за продажу все.